Здравствуйте! В эфире проект «Один актуальный вопрос». Каждый день мы выходим на улицы города Кишинева, чтобы задать важные вопросы нашим зрителям. Сегодняшний вопрос звучит так. Боитесь ли вы по ночам переходить дорогу через подземные переходы? Боюсь, потому что там мало что, какие-то бандиты какие-то, я знаю, могут и без сумки остаться, и можно без всего. Без золота, без. Молодежи нечем заниматься. Это самый большой вопрос. Молодежи очень много там, и такие неадекватные иногда бывают, что могут в таком состоянии что угодно делать, и по улице, и везде так. А я редко не хожу, боюсь. Чего именно боитесь? Ну ничего, молодежь слишком много гуляет, ради бога. Нету рядом, я не знаю, нету рядом возле дома подземный переход, и не столкнулись с этим. Ну рискнули бы пройти? Нет. Темно, во-первых. Я ночью не перехожу. Вообще-то да. Почему именно? Что опасно. Чего боитесь? Ну, хулиганы всякие. Да, наверное. А почему? Потому что там темно, потому что там нету света, потому что там плохо освещено и плохо, и вообще они некрасивые. Люди сейчас не очень вежливые, поэтому... Можно ожидать все, что угодно. Я стараюсь вообще не ходить в подземный переход, потому что есть алкоголики. Все есть. В наше время вообще неспокойно. Ну, если людей нету, ночью идешь один. Конечно, страшно. Я боялась, если бы я перешла бы через улицу, наверное. Я полковник в отставке, пускай боятся те, кто там меня ждет.